Саратов с однодневным рабочим визитом посетил полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Он представил региональной власти нового главного федерального инспектора по Саратовской области, а также провел оперативное совещание по вопросам тарифов ЖКХ, цен на топливо и медикаменты. Основная часть визита прошла в здании Саратовской областной думы, где полпред представил собранию нового главного федерального инспектора. Им стал 45-летний уроженец Москвы Александр Дрожжин. Полпред охарактеризовал его как высокопрофессионального и очень порядочного офицера. Сам новоназначенный чиновник в своем выступлении был краток. Приложу все силы для того, чтобы оправдать это высокое доверие и стать достойным коллегой всем вам по работе региональных органов государственной власти, направленной на служение Отечеству и народу. Его предшественник Павел Гришин, многолетнюю деятельность которого Михаил Бабич оценил положительно, назначен исполняющим обязанности руководителя регионального управления Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии. Затем полпред провел оперативное совещание, на котором обсуждалась система контроля за тарифами ЖКХ, естественными монополиями, ценами на ГСМ и лекарственные препараты, а также новые правила прохождения техосмотра. Михаил Бабич особо подчеркнул критическое состояние коммунальной сферы в регионе. По его словам, количество жалоб от жителей области в адрес управляющих компаний наибольшее по всему округу. А протестное настроение у населения вызывает настороженность. Само совещание прошло в закрытом для прессы режиме. Главные итоги полпред изложил на кратком подходе к журналистам. Меня очень настораживает ситуация, которая сложилась на рынке жилищно-коммунальных услуг. И прежде всего способности региональных властей влиять на деятельность управляющих компаний. Потому что в разных регионах это по-разному. И где-то есть абсолютная управляемость и абсолютное влияние. А где-то есть вот такая беспомощность, которая потом, соответственно, приводит к тому, что население массово выражает свое недовольство. Вот этого допустить нельзя. Поэтому, наверное, это самая болевая точка. Как говорится, все оргвыводы после визита полпреда будут сделаны уже на этой неделе. Александр Лусухин, Алексей Новиков, Кирилл Логинов, Вести Саратов.